Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Юрьевич Попов. Действительно, одна из самых известных легендарных историй, связанных с грибами, связана и с Рязанской землей. У нас в Рязани грибы с глазами. Поэтому не случайно, что в центре города находится памятник работы скульпторов Полины и Василия Горбуновых. Гриб с глазами, с огромным семейством грибов, а также бабочек, зеленой травки, цветов. Памятник стоит здесь с 13 года. Очень интересно, что идея была предложена как раз вот авторами Полиной и Василием Горбуновыми. И памятник замечательно вписался в центре города. Он находится в историческом центре, рядом с филармонией, рядом с художественным музеем, в месте, где рязанцы очень любят прогуливаться. Постоянно приходят сюда и гости города. Существует несколько легенд о грибах с глазами. И мне больше всего нравится легенда, связанная с нашим рязанским воинством. В Рязанской земле проходила засечная черта. На нас неоднократно нападали полчища врагов, и в летний сезон, когда это происходило обычно, было громадное количество грибов. И вот именно по сшибленным шляпкам грибов определяли рязанские воины, есть нашествие или нет, и сразу выдвигались отражать нападение. Поэтому грибы с глазами для нас – это история легендарная. Этот памятник, он не единственный. Есть еще и один из самых крупных, а может быть и самый крупный памятник в мире грибу с глазами. Он находится на территории комплекса в некотором царстве. Обязательно посетите, и вы поразитесь размером этого гриба. Еще один гриб находится на территории парка в деревне Лункино, парка деревянных скульптур. Ну а живое воплощение, оно всегда в рязанских лесах, именно с этим связано и проведение такого потрясающего фестиваля грибов.